Посещаете ли вы бизнес-форумы? Какая основная причина, когда вы их выбираете? Чувствуете ли вы и в чем есть боль на этом рынке? В мировом плане, не в Украине. Ну, мне сложно про мировой план. Я вообще сам всегда учусь. Мы два раза в году ездим в Америку, в Силиконовую долину, компания 25 человек. Мы там не ищем партнеров, мы хотим видеть новые тренды, новые продукты. Осенью едем в Израиль, но этой осенью поедем в Китай, потому что Китай очень мощно растет. И основная задача посмотреть, пообщаться с компанией, что новое производится, куда движется мир. Хочу вам сказать, мир будущего сложный. Бесспорно, новые технологии будут, или Big Data, искусственный интеллект будет разрывать. Разрыв будет больше между бедными и богатыми. Но если вы креативный человек, настойчивый и плотно стоите на ногах, то вам это не грозит. Вы должны сконцентрироваться и создавать свои продукты, под которым мир будет подстраиваться.